Друзья, добрый день. Вот, сейчас постараюсь, чтобы было видно. У нас здесь машинка после морозов одесских. И вот это вот все, вон, у нас мокрое. То есть, что у нас получилось? У нас получилось, что вот этот вот часть, куда ходит вода, клапана. Сейчас, подожди, что-то не резко. Она у нас треснула. Вот. Соответственно, треснула внизу, и при подаче воды она все начинает сразу сильно заливать. Что нам нужно сделать? Это все разобрать. Чтобы разобрать, тут ничего сложного. Нужно вот этот сзади винт открутить и два сверху. Так, все. И получается, что, наверное, все. Да. Вот смотрим. Вот лопнуло. Вот там вот. Сейчас покажу. Вот у нас две лопнувшие части. Сейчас я покажу. Извиняюсь, что дергается. Вот у нас раз лопнуло. И вот два лопнуло. Отсюда вода и лупасит. Что нам нужно сделать? Естественно, подобные вещи ремонту не поддаются. То есть идет клапан в сборе на замену. Здесь как бы ничего сложного. Сейчас посмотрю, если у меня в машине такое. Если есть, то сразу поменяю. Если нет, то придется приезжать сюда еще раз. Ну, вот так вот грустно все. Все, больше, наверное, показывать ничего не буду. Могу только сказать, что если вы хотите сохранить свою стиральную машинку на зиму от морозов, что вам нужно сделать, это перекрыть подачу воды и слить воду с нижнего фильтра полностью. Открыв, можно даже вообще открытым оставить. Все. Это даст... Это исключит воду в стиральной машинке, и она сможет пережить хоть минус 30, хоть минус 40, с ней ничего не случится. Но главное ее лишний раз не открывать, не закрывать, потому что пластик у нас очень сильно не любит морозов. Все, друзья, вот такое коротенькое видео о том, что бывает, когда машинку перемораживает.